погнали друг за другом. Давай, 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 энергичнее. Вот первое, второе, поехали. Отлично, тут друг за другом. Там друг за другом. Встали, встали, встали. Ее задания выполняют беспрекословно, ведь она для ребят, несмотря на свою молодость, уже авторитет. 18-летняя Валерия Белякова, член сборной России по пляжному футболу. 20 августа наша землячка провела в Суходоле мастер-класс для воспитанников футбольных секций. Она сама себе пробивала путь, и это такой вот образец просто для подражания, огромный образец для всех детей, там, взрослых, просто для всех. И самое главное то, что у нее возраст еще самый-самый 18 лет, а она уже, вы же видите, как она уже объясняет, рассказывает, как она, то есть вот как она любила, фанатка была футбола, так она сейчас стала профессиональной фанаткой футбола. Объясняет Валерий, правда, доходчиво. Основы и нюансы пляжного футбола ребята уловили сразу. Игра на песке заметно отличается от классического футбола. Песок – это непредсказуемая поверхность. Она может как отскочить, как закопать мяч, так и вообще он у вас улетит. Валерия Белякова – самый юный дебютант в истории женской пляжной сборной. В начале августа она приняла участие в двух матчах против сборной Беларуси. Естественно, самым преданным болельщиком для нее является мама. Конечно, переживание было такое, что и валерьянку пила, чтобы там выиграли они. Радость за нее, когда они там радовались, когда победа была. Мастер-класс включал в себя несколько элементов. Здесь и дриблинг на песке, передача мяча низом и черпаком, и, конечно же, любимая бисиклета. Мне очень понравилось. Очень многое умеет. Я поняла то, что чтобы достичь такого успеха, надо очень много работать. А бисиклета через себя бить понравилось? Да. На песке играть тяжело, ноги путаются в песке, можешь легко упасть. Понравилось мне бить бисиклеты, и это через себя, и играть понравилось. Насыщенный час завершился игрой. На песочной поляне кипели нешуточные страсти. Пляжный футбол пришелся ребятам по душе. Круто, что дети такие энергичные. Они всегда были энергичными, а тут с таким желанием они играли в этот песок. И что это хорошо, то что это огромный плюс тренироваться на песке детям, помимо футбола, большого, газона. Песок – это очень хорошо, это полезно для здоровья, это укрепляет все мышцы, это дает интенсивную нагрузку. То есть дети сейчас не почувствовали, но они все устали. Это правда дало большую нагрузку, для них это была интенсивная тренировка. Уже скоро Валерия отправится снова в Петербург, где ее ждут важнейшие матчи. Для ребят же встреча с сергиевской звездочкой наверняка станет особой историей и дополнительной мотивацией. Дмитрий Сурков, ТРК «Радуга-3», Сергиевский район. Нет, пускай занимается.